5 февраля Святая Церковь чтит память преподобномученика Серафима Булашова. Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются. Будущий преподобномученик Серафим в миру Николай Семенович Булашов родился в 1872 году в Москве в семье раскольников-поповцев. Служил в армии в чине старшего унтер-офицера. В ноябре 1899 года Николай делает свой выбор, присоединяется к православной церкви и в этот же день поступает в Никольский единоверческий монастырь. 2 года проходил в монастыре послушание свечника. В 1902 году стал клириком настоятеля. В 1903 году Николай был определен в число монастырских послушников, а в феврале 1904 года пострижен в монашество с именем Серафим. Нес послушание письмоводителя настоятеля монастыря. В 1906 году монах Серафим был рукоположен во иеродиакона. В 1911 году иеродиакон Серафим стал исполняющим должность благочинного Никольского монастыря. В 1912 году рукоположен во иеромонаха. Через 3 года отец Серафим пришел в Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь, который был основан специально для того, чтобы вести просветительскую деятельность среди старообрядцев. В феврале 1930 года был арестован священник храма в честь Ахтырской иконы Божией Матери в селе Яковлево, и прихожане стали просить согласия отца Серафима служить у них. Вскоре он был туда переведен. Через год отец Серафим возведен в сан игумена. Прослужил он здесь почти 8 лет. 25 января 1938 года игумен Серафим был арестован и заключен в Таганскую тюрьму. На обвинения, предъявленные следователем, ответил, что виновным себя не признает. Никогда никакой агитации он не вел. Тогда были призваны 2 лжесвидетеля, которые подтвердили обвинения, выдвинутые следователем. 2 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Серафима к расстрелу. Игумен Серафим был расстрелян через 3 дня, 5 февраля 1938 года, и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово. Преподобномученик Серафим Булашов причислен к лику святых новомучеников и исповедников 6 октября 2003 года.